Всем привет! Наверняка вы все знаете историю, в которой Исаак Ньютон сидел под деревом, и ему на голову упало яблоко. После чего он сразу же открыл закон всемирного тяготения. Но может ли быть такое, что на Земле существуют места, где этот закон не действует? В сегодняшнем видео мы расскажем вам о 5 загадочных точках планеты, где на первый взгляд абсолютно отсутствует гравитация. Готовы узнать кое-что новенькое? Тогда поехали! Перевернутый водопад. Только посмотрите на это странное зрелище. Да-да, этот водопад действительно течет в обратную сторону, вам не показалось? Такое уникальное природное явление можно наблюдать в Республике Чили. Вы наверняка подумали, что это самая настоящая магия, но спешим вас разубедить. Необычный феномен, который, казалось бы, не подчиняется никаким законам физики, имеет вполне логичное объяснение. Все дело в сильных порывах ветра, которые изменяют направление потока воды, и поэтому создается впечатление, будто бы водопад течет снизу вверх. Впрочем, такой водопад, наоборот, не единственный в своем роде. Несколько лет назад похожие аномалии были зафиксированы в Индии и Австралии. Загадочное место в Санта-Крус. Это таинственное место было обнаружено изобретателем по имени Джордж Фрейзер в 1939 году. Однажды во время прогулки мужчина резко почувствовал головокружение и заметил, что стрелка компаса, которую он взял с собой, начала вращаться без остановки с огромной скоростью. Ученый сильно заинтересовался этой загадочной местностью и решил купить землю, на которой компас выделывал такие фокусы. Спустя некоторое время он построил в этой зоне дом и стал приглашать всех желающих побывать в нем и посмотреть, какие чудеса здесь происходят. Слава о безумном здании тут же разошлась по всей Калифорнии. Посетители этого мистического места могли стоять и наклоняться под разными немыслимыми углами и при этом не падать. Вода здесь всегда текла вверх, а если люди бросали мяч возле этой деревянной хижины, то он катился вверх по холму. Многие говорили, что под этой постройкой находится гравитационная аномалия, вызванная каким-то подземным космическим аппаратом или магматической воронкой. Как бы там ни было, никто до сих пор так и не смог установить, почему в доме, находящемся в обычном лесу, отсутствовала сила притяжения. Кстати, это строение по сей день считается одним из самых популярных мест среди туристов. А в 2014 году ему даже присвоили статус исторической достопримечательности Калифорнии. Гора Арагац. Еще одна природная аномалия находится у горы Арагац на западе Армении, где-то в 30 километрах от границы с Турцией. Сюда приезжают тысячи любопытных туристов со всех стран мира, чтобы увидеть необычные явления, которые здесь происходят. Все они останавливаются у подножия горы и с удивлением наблюдают, как их автомобиль сам с заглушенным двигателем начинает катиться наверх. Что еще впечатляет, река здесь также течет снизу вверх. Согласитесь, довольно-таки странное зрелище. Кстати, все пешеходы делятся, что в гору идти гораздо легче, чем спускаться с нее. Удивительно, но привычная сила притяжения в этой таинственной местности почему-то совсем не действует, и это до сих пор остается загадкой для ученых. Магнитный холм в Канаде. В канадской провинции Нью-Брансуик есть один интересный холм, где происходят весьма странные вещи. Вот посмотрите, в этом загадочном месте совершенно не действуют силы притяжения, и все автомобили, которые оказываются на этой дороге, начинают внезапно катиться наверх. Необычное свойство этой трассы стало заметно только с появлением самих автомобилей, где-то в 1930-х годах. Нам кажется, водители были явно шокированы, когда, остановившись у подножия холма и убрав ногу с тормоза, их машина начинала проказничать. Вы наверняка сейчас могли подумать, что это самые настоящие чудеса. Однако некоторые все же пытаются объяснить это явление. Кто-то говорит, что в этом виноваты призраки, а кто-то считает, что это обычная оптическая иллюзия. Кстати, последняя теория вполне похожа на правду, и вы сейчас сами в этом убедитесь. Посмотрите на эту конструкцию. Из-за особенностей ее рельефа небольшой уклон выглядит как подъем, и таким образом люди думают, что их автомобиль катится вверх. Но мы все же не можем утверждать, что этот магнитный холм с его чудесами всего лишь иллюзия, потому что сами мы там не бывали. Плотина Гувера. А это место считается одной из главных достопримечательностей восточной части США и представляет собой просто головокружительное зрелище. Размеры и мощь этой дамбы просто поражают. Но при чем тут сила притяжения, спросите вы? Если вам когда-нибудь удастся посетить это место, обязательно проведите следующий эксперимент. Стоя на вершине огромного сооружения, попробуйте вылить воду из бутылки вниз. Нам кажется, вы точно удивитесь и будете шокированы. Вода не польется вниз, как это обычно бывает, а наоборот стремительно улетит вверх.
Ученые считают, что это явление связано с тем, что конструкция плотины создает мощнейший поток воздуха, который выталкивает все объекты за ее края. Поэтому, если вы хотите удивить своих друзей, обязательно приведите их туда и попросите сбросить вниз какую-нибудь ненужную вещицу. Восторг товарищей обеспечен, а вы смотрите в оба, чтобы ничего случайно не прилетело в лоб. Кстати, если вы знаете какие-нибудь подобные места в мире, обязательно расскажите нам о них в комментариях. И не забывайте ставить лайки. Мы их очень ждем. Друзья, пора заряжать свои мозги на полную. Заходите на канал Brain Time. Там вы найдете кучу интересных и полезных фактов, а также море позитива и тонны полезной информации. Подписывайтесь, и мы обещаем, будет очень интересно. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.